Всем доброе утро! Я не знаю, что сегодня на меня нашло, но сегодня я хочу сделать маффинсы и яблочный пирог. Здесь я уже приготовила масло для маффинсов. Я сейчас сделаю тесто и потом все вам подробно расскажу и, наверное, под видео тоже напишу рецепт. В общем, тесто у меня готово. Что сюда входит? 250 грамм сливочного масла, 150 грамм сахара, 2 пачки ванилина, 4 яйца, 250 грамм муки, разрыхлитель 1 пачка, 150 грамм изюма. И выпекать я это буду вот в таких вот формочках. Я сейчас их смажу чуть-чуть маслом. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут. Конечно, для этих формочек есть такие специальные бумажные формочки, которые ты сюда вставляешь, и ваш маффин сюда держит форму. Но у меня, к сожалению, таких не оказалось, поэтому я буду делать просто без них, а вот в таких вот силиконовых формах. Смотрим, что получится. Если честно, я не знала, нужно их смазывать или нет, не знаю. Положила я их немного с тем расчетом, что они еще подымятся. Ну все, теперь ставим их в духовку. Вот такие получаются. Так что делаем вывод, можно и побольше формочки класть, чтобы... Я думала, что они сильно подымятся, а оказывается нет. Сейчас я их вытащу и попробуем на вкус. Тесто у меня еще осталось на вторую партию. Ауч. Так, чем бы мне их достать? Вытаскиваются очень хорошо. Все, вот он уже и вылез. Смотрите, какой. Ай, какой он горячий. Ой, такой он воздушный и горячий. Посмотрите. Боже мой, какая прелесть. Обалденно. Идите пробовать. Пробовать идите. Готово, Марсель. Обалдеть. Очень вкусно. Так, сейчас еще сделаю вторую партию и будем делать с вами яблочный пирог. Навожу порядок, чтобы делать яблочный пирог. Но вообще эти маффинсы, они очень калорийные. Ну, понятно, да, что целая пачка масла. Такие жирные, но вкусные. Все, порядочек. Приступаем к яблочному пирогу. Не знаю, что сегодня на меня нашло, но хочется сегодня мне встряпать. Что нам сюда нужно? Один стакан фанты или минеральной воды. Фанты у меня нет, я возьму минералку. 4 яйца, 1 стакан подсолнечного масла, 2 стакана сахара, 1 пачка ванилина, 1 пачка соды, 4 стакана муки. И все. И начинку делать любую. Можно делать с вишней, можно делать с яблок. У меня яблок очень много, и что-то мы их не едим, они, в общем, пропадают. Я решила с них сделать пирог. 4 яйца, 2 стакана сахара, сода, ванилин и фанта. Это все надо смешать до того, как добавить муку. Ну все, приступим. Все, тесто, в общем, я сделала. Вот такое оно получается, такой вот массы. Пусть оно сейчас маленько постоит, а я буду резать яблоки.
Все, яблочки готовы, тесто тоже. И укладываем тесто чуть-чуть всего лишь на противень, чтобы скрыть дно. Вот такой вот у меня лист. Так, в общем, первым, что делаем, делаем чуть-чуть тесто, чтобы скрыть дно. Тесто уже здесь есть. Здесь у меня осталась половина теста. И сейчас укладываем яблоки и потом остальное тесто наверх. Ну а теперь остальное тесто наверх. Теперь ставим в духовку. А здесь у меня уже готовы маффинсы. Получилось из последнего теста 4 штучки. Девчонки, что хочу сказать. Если будете делать эти маффинсы по этому рецепту, добавляйте меньше масла. Я их делала по этому рецепту первый раз. Целая пачка масла – это очень-очень много, поэтому добавляйте наполовину меньше, ничего от этого не будет, оно не испортится, не пригорит. Вкус будет такой же, но менее жирный. Ну вот уже яблочный пирог готов. Тоже получился очень красивый, воздушный. Сейчас покажу. Разрежу только. Запах прям такой. Смотрите, какой он. Яблок очень много. Ой. Все это такое калорийное, но очень вкусное. Вот, видите. Сейчас я его весь разрежу и вам покажу. Покажу еще пирог в разрезе. Он не подгорел. Видите, он такой очень мягкий. Здесь яблочко. В общем, пирог отличный. Вот такой вот получился у меня яблочный пирог. Обалденный. Здесь пирог, там маффинсы. Обалдеть. Так что приятного всем аппетита. Пеките. Это очень-очень-очень вкусно. Очень вкусно. В общем, вот что я сегодня постряпала. Это и маффинсы, и яблочный пирог. Это, конечно, бывает очень редко, что я и другое, и, в общем, все сразу одновременно. Но бывают такие дни, когда хочется что-то парить, жарить, сварить, горяченькое сделать, и ты готовишь и то, и другое. А бывают дни, когда хочется просто постряпать. И стряпаешь, вот как сейчас, на мой взгляд, это много. Но мне это хотелось сделать, хотелось это приготовить, порадовать своих. Еще у меня есть вот бананы. Сейчас я хочу сделать, не знаю, может быть, мильшей какой-нибудь, посмотрим. Я думаю, я не буду показывать, все знают, как его делать. Это бананы, молоко и чуть-чуть мороженое. И все это взбивается миксером, и все, трубочка, и вот уже и мильшей готов. Между прочим, я вчера посмотрела передачу, где говорили про каких-то банановых пауков, которые живут в банане, и они очень они такие, ну, смертельные. Мы когда эти бананы купили, я его запаковала, просмотрела их все, и запаковала в мешок. Думаю, если вдруг там что, чтобы не выбежал. Как-то стало маленько жутковато. Ну ладно. Так что всем спасибо, что посмотрели. Может, кто-то будет это тоже стряпать. Ради бога, пожалуйста, это очень вкусно. Но еще раз повторюсь, в маффинсы кладите намного меньше сливочного масла. 250 грамм целая пачка, это очень много. Так что всем спасибо и пока-пока. Take off.